Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня мы приготовим на мангале очень вкусное блюдо. И для приготовления этого блюда нам понадобится свежая баранья печенка, вот такой кусочек, и свежий бараний курдюк. Вот такой вот курдюк. Первое, что мы сделаем, это нарежем курдюка-печенку и немножко подмаринуем. Для маринада нам понадобится совсем немного. Это черный перец, соль и подсолнечное масло. Вот, собственно, все. Так что приступим прямо сейчас. Заготовим мы печенки на ровно 2 шампура. Вот, поэтому нарежем где-то примерно по 6-7 кусочков на каждый шампур. Вот примерно вот такого размера. Можно даже немножко помельче. Оно быстрее прожарится и не будет свисать с шампура и гореть. Прям вот ровно по количеству. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Печенка свежая. Баран только вчера с утра бегал. Мясо мы с него взяли и уже съели шашлык и плов. Вот, поэтому печень свежайшая. Это мы пока ставим. Там другое дело пригодится. Так, это мы все кидаем сразу в миску. Вот в это вот. Где будем подмариновывать совсем недолго. Я думаю, минут 20 максимум помаринуется у нас наша печень. Бараний курдюк. Абсолютно свежий бараний курдюк с того же самого барана. Видите, еще даже волос остались. Здесь мы немного совсем режем и вот таким образом более мелкими кусками. Вот так. Курдюк будет прослаивать печень на шампуре. Скажу сразу, это такое блюдо я приготовил уже вчера с небольшого количества печени. Вот, и это было очень вкусно. Это был деликатес. Пальчики оближешь из этого разряда. Курдюк, может быть, куски курдюка немножко, мне кажется, поменьше, чем печень, поскольку все-таки это основное блюдо, все-таки это. То, что мы будем есть, это печень, но и курдюк тоже будет вкусен. Он должен при вытапливании снабжать печень, так сказать, жиром, и все это вместе будет обалденно вкусно. Сюда это все кидаем. Так, давайте еще про запас сделаем пару кусочков сюда же. Далее все просто. Все это дело мы солим. Примерно вот так. Потом молотый черный перец идет сюда. Угу. Вот так примерно. Не лаять. И немножко маслица. Все это мы перемешиваем таким вот образом. Все. И оставляем маринад минут на 20, пока займусь костром. Буду разжигать огонь. Наша печень подмаринуется. Так. Все, пока все, оставляем на 20 минут.
Так, ребята, прошло 20 минут, угольки у нас горячие, и наш шашлычок из бараньей печенки уже готов к нанизыванию на шампуры. Чем мы сейчас с вами и займемся. Дело не хитрое, нанизывать на шампуры умеют все, поэтому нанизывать будем поочередно. Курдюк, кусочек курдюка, кусочек печени. Печенки. Курдюк, печенка. И курдюком закрываем. Таким образом. Вот так. Вот. Сейчас у нас имеются вот такие вот два шампура. Шампура с насаженным замаринованной печенью. Поочередно с бараньим курдюком. Все идеально свежее. Только вчера забитый баран. И это будет, ребята, очень вкусно. Поэтому сейчас мы переходим к третьему этапу нашего приготовления. Это ставим все на угли, на огонь. Два шампура с нашей печени отправляются на мангал. И здесь главное не переборщить. Жар приличный, поэтому держим примерно, ну, где-то 7-8 минут. По 2 минуты с каждой стороны. Думаю, буду поворачивать пару раз. Капает растопленный курдюк в костер, и поэтому на угли, и поэтому появляется открытый огонь. Но ничего страшного, здесь за этим нужно следить. Постоянно поворачивать. Вот так. Прошло примерно минуты 3, наверное, может быть 4 с момента постановки на угли нашего блюда. Поэтому еще примерно минут 5-4 будем жарить. Я буду смотреть чисто визуально, чтобы растопился курдюк хотя бы до половины и печеночка покрылась вот такой вот золотистой корочкой. Ребята, прошло около 10, может быть, 12 минут, и наше блюдо по виду готово, поэтому я буду его снимать и выкладывать. Вот, ребята, готова наша печенка с курдюком. Это очень вкусно. Я сейчас попробую вместе с вами, что у нас получилось. Это вкусняшка. Это просто объедение. Очень рекомендую. Отстань. Это вкуснейшая баранья, свежая печенка, пожаренная с курдюком. Вот такой простой рецепт. На все про все у меня ушло примерно 20-30 минут со сведением костра. На весь этот процесс ушло не более получаса. Поэтому, если у вас есть в холодильнике свежая баранья печень и курдюк, можете приготовить именно такое блюдо. Покажу еще поближе. Вот так это выглядит. Такая порция. Два шампурчика. Вот. И уж поверьте мне, это очень-очень-очень вкусно. Все, оставайтесь со мной, заходите на канал, ставьте лайки, подписывайтесь, и впереди еще очень много интересного. С
Кстати, кожа тоже очень вкусно. Очень вкусно.